Ты смотритель порта, верно? Я же сказал, что заплачу. Я от Дионы. Я здесь, чтобы помочь. Дионы? Так-так-так. А ты кто? Я помогаю ей. В обмен на сведения. Ложь! Признайся, тебе от нее нужны не только сведения. Скажи, что нужно сделать. А? Думаешь, у тебя лучше выйдет? Хм. Если честно, думаю, да. Что ж, хочешь выслужиться перед Дионой? Последнее время нам стали досаждать солдаты. Они держат на охраняемом складе наемников, судьба которых ей не безразлична. Их нужно спасти. Попробую. Но ты должен заплатить. Ха! Если ты уцелеешь, я осыплю тебя золотом. Идет. Но у меня есть вопросы. Походит на измену. Зачем это Дионе? Мнительная верховная жрица велела брать под стражу всех подозрительных людей. Но эти наемники занимались своими делами. У наемников редко бывают свои дела. Ну, Диона хочет, чтобы они сражались за нее. Дай угадаю. Она доверяет лишь тем, кого можно купить. Именно. Ну и еще мне. У тебя к Дионе какие-то чувства? Мы возлюбленные. И именно я помогу ей расправиться с врагами. Я обещал ей это в обмен на... Зачем я тебе это говорю? Мне плевать, что ты думаешь о нас. Она просто использует тебя. Я ее любовь. Что ж, повторяй это почаще. Опиши этих наемников. Огромные, грубые. Такие все сделают как следует. Звучит знакомо. Спасала я таких. Грубее некуда и лысые, как коленка. Их было трое. Ты всех спасла? Да, трех во всей своей лысой красе. А ты полезнее, чем кажешься. Значит, справишься с еще одним заданием. С убийством. Слушаю. У врагов Дионы войска на атолле Китра. Оттуда они собираются совершать атаки на Китеру. Уничтожь этих подлых крыс. Я сотру врагов с лица этого острова. Меня радует твой энтузиазм, но не стоит недооценивать их. Нет, не стоит недооценивать меня. Довольно болтовни. Убей их капитана. Его люди будут в смятении. После этого перебей остальных. Займешься этим? Капитан? Недавно я прикончила одного... разодетого мужчину. Похоже, он. Нарядами он пытался привлечь Диону. Вот, бери деньги и уходи. Я больше в тебе не нуждаюсь. Подожди. Вы с Дионой сражались против культа. Расскажи мне все, что о них знаешь. Какой культ? Разве капитан не культист? Да хоть сам олимпиец, мне плевать! Диона говорит, он хочет отомстить за ее отказ. Очевидно, что мы с ней сможем быть вместе, только избавившись от него. А ты здесь не за тем же? Хочешь заполучить ее? Она уже моя. А ты после убийства капитана и вовсе будешь забыт. Ты бы не справилась без меня. Диона ценит все, что я для нее сделал. Она не смеет забывать обо мне. Надеюсь, забудет. Уйди, проваливай. И не смей даже близко подходить к Дионе. Или что? Или я... Просто уйди. Это явно не культисты. Скорее, богатые наемники.
Чем я могу тебе помочь, лекарь? Мое любовное зелье нужно отнести командиру спартанцев. Но, увы, мой гонец сломал ногу. Если не доставить зелье, я потеряю деньги. Значит, нужно отнести это спартанскому командиру. Я знал, кого попросить. Я этим займусь. Спасибо. Ты спасаешь меня? Да хранят тебя боги. Лекарь сказал, тебе это нужно. Как раз то, что нужно. Возьми деньги. Я освободила наемников и разобралась с капитаном. Отлично. Культу был нанесен серьезный удар. А ты все соблазнительнее. Что-то еще? Вот и сумка травника. Теперь мы сможем быть уверены, что жрицы готовы к битве. Спасибо, Мистия. У меня есть вопросы. Обо мне, надеюсь... Этот храм. Где он? На дозоре Афродиты, на холме. Найдешь верховную жрицу в ее покоях. Я вернусь.
люди приезжают сюда поклониться Афродите. Жрица, открой дверь. И ты убьешь меня. От кого ты? От Дионы. Я твой друг. Зачем эта дурочка прислала Мистию? Она должна выполнять приказы сама, а не нанимать других. Итак, среди твоих людей есть предатель. Сейчас никому нельзя верить. Что тебе нужно от культа? Они разрушили мою семью и ответят за это. Я покараю их. Ради семьи люди готовы пойти на многое. Культ должен ответить за многое. И я позабочусь об этом. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить кое за кем, и... Она пропала. Верно. Но меня волнует не она, а сведения, которые она добыла. Принеси их мне. Заметно, что ты не любишь сестру. Что произошло между вами? Я старшая, и поэтому у меня больше прав и обязанностей. А Диона злопамятна и завистлива. Она хочет ослабить мое влияние. Считает, что была бы лучшей верховной жрицей. Ясно. Но мы сестры, и я люблю ее. Жаль, что она завидует мне. Где лучше начать поиски? Она должна быть в окрестностях Китеры. Помнится, где-то в тех краях есть дом. Вдруг она укрылась там? Начну оттуда. Она бы предпочла держаться подальше от людных мест, вроде... Стой. Ты имеешь какое-то отношение к побегу узников из военного лагеря? Да, имею. Смотритель порта сказал, что ты берешь под стражу невинных людей и казнишь их. Я не могла не вмешаться. Я не хотела казнить их. Пытать? Возможно. Они предстали бы перед судом. Каков лжец! Он бушует в храме, когда моя сестра отвергает его. Но это уже чересчур. Я закрою глаза на твой проступок. Добудь сведения, а я пока разберусь с ним. Я нашла эту записку у мертвой жрицы. В ее смерти виновны культисты. Что? Прочитай ее мне, скорее. Она гласит: не верь Мойрам. Остального не видно под пятнами крови. Чушь какая-то. Она защищала ее. Была причина. Теперь мы не узнаем, есть ли среди нас предатель. Но исключать такую возможность нельзя. Дела хуже некуда. Помоги Дионе. Сделай Китеру безопасной. Сестра передает привет. Что удалось узнать об этом предателе? По
Похоже, в храме предатель, но она не знает, кто. Она лишь получила записку. Не верь Мойрам. Интересно. Как говорит сестра, доверять нельзя никому. Спасибо, Мистия. Буду начеку. Что-нибудь еще? Я все сделала. Что теперь? Встретимся у моей виллы. Мои лазутчики сообщат, что им удалось узнать. У меня осталось еще пара дел, но... Если у нас останется время... О, Мойры, как сладко! Мы его проведем. Поторопись. Встретимся на вилле. О, да. Мы ждали тебя. Следуй за мной. Мне велено присмотреть за тобой до ее появления. Твои плечи, должно быть, устали. Я помогу тебе расслабиться к приходу Дионы. Вижу, ты уже уходишь. Спасение Китеры подождет. Что ж, а я не смогу. Она что, ушла? Да, и довольно давно. Диона говорила о докладе лазутчиков. Где они? Диона не вернется. Малака! Прекращай этот спектакль, Джейсон. Покончим с этим. Диона, ты больше не нужна мне. Умри! Эй, что это значит? Я просто делала, что велено. Диона сказала привести тебя в сад. Пощади меня! Почему они напали? Я же их освободила. Диона обвела тебя вокруг пальца. Капитан, которого ты убила, был человеком ее сестры. А ядом хотели отравить тебя, если ты начнешь мешаться. Я покажу этой змее, что такое опасность. Почему Диона так поступает? Диона ненавидит сестру. Всю жизнь завидует ей. И ради власти она примкнула к культу? Не думала, что она так далеко зайдет. Я убью предательницу. Она убьет верховную жрицу у алтаря к северу от храма. Поторопись. Алтарь? Славно. Сегодня я принесу Афродите жертву. Ты доверяешь своему отражению? Я нет.
пошел! Близнецы? Надо же, близнецы! Она всегда завидовала мне, Мистия. Быть на вторых ролях она больше не могла. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона! Я не пыталась быть лучше тебя! Мистия, ты должна убить ее, пока культ не захватил Китеру. Мне горько, но так нужно. Да тебе все равно, чудовище. Всегда было все равно. Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой. И ты убила ее, боясь разоблачения. Не верь ей! Я верховная жрица! Может, убить вас обеих? А это мысль. Обеих? Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, умри мы обе. Культ просто пришлет свою верховную жрицу. Ты знаешь, что сделает культ, не так ли, змея? Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи! Диона точно убьет меня! Змея! Она знает, что сгину я. Уйдешь, и падение Китеры будет на твоей совести. Хватит! Убей Диону сейчас же! Сделай это, Мистия! Убей Диону! Молчать! Ты! Я тебя насквозь вижу, Диона. Все кончено. О, Мойры, я убью вас обеих! Она была одной из лидеров культа, жрица. Моя сестра. Ее суть была очевидна. Я любила ее, несмотря ни на что. Любовь ослепляла меня. О, да. Ты защитила Китеру, Мистия. Что ж, вернемся к культу космоса. Благо, я убила нужную жрицу. Верно. Мой долг, как верховной жрицы, взывать к сбившимся с пути и возвращать их в лоно Афродиты. И если ты бывала в Певке и видела ее жителей, ты знаешь, что вмешательство богов их спасение. Я там не бывала. Повезло. Одна из жриц побывала там и была в ужасе. Она назвала имя Мелит. Кто он такой? Жители Певки боятся его до смерти. Он замешан в каких-то темных делах. Не знаю, в каких именно. Может, это поможет. Спасибо, жрица. А теперь прошу простить, надо прийти в себя. Хайре. Культ космоса в Певке, Мистия. Найди и убей Мелит.
что ты с нами, капитан! Адрестия может пережить самые страшные бури и битвы, но истинное ее призвание — плавать по таким водам. Варнава, что за земля впереди? Это Крит, земля тайны героев. Лисей и Минотавр. Знаешь о них? Немного. Лисей был афинским героем. Спарти эту историю не любил. А, какая легенда! Готовьтесь к бою! Поехали.
Надеюсь, меня никто не заметит. Странно, ничего нет. Хай, есть ли для меня дело, солдат? У меня есть планы атак спартанцев. Как ты их добыл? Проник в шатер полководца. Да только завершить начатое я не смогу. Командиру нужны эти планы. Значит, нужно отнести это афинскому командиру. Согласишься, вся слава твоя. Ну так что? Дело непростое, но я справлюсь. Я рад, что мне помогает могучая воительница. Да хранят тебя Мойры. Got it.